Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». А вы уже составили планы на грядущие выходные? Если нет, давайте сделаем это вместе и прямо сейчас. Выходные пройдут отлично, если начать их с доброго дела. 22 апреля в 10 утра во всех регионах России начнется Всероссийский субботник. Самарская область не станет исключением. Субботники – это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать полезное дело, проявить свою заботу о родном городе. Принять участие в субботнике сможет каждый неравнодушный житель. Инвентарь будет предоставлен. В это воскресенье 23 апреля в Самаре пройдет ежегодный областной башкирский национальный праздник «Каргатуй». Этим праздником древние башкиры отмечали приход весны. Люди встречали теплое время года песнями, танцами, играми. Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров. В этом году в программе мероприятия концерт национальных башкирских коллективов Самары и Самарской области и творческие номера артистов из Республики Башкортостан. Праздник состоится в Центре социализации молодежи на Куйбышева 131, начало в 12:00. В субботу в музее Эльдара Рязанова состоится вторая часть лекции о быте жительниц дореволюционной Самары «Все, чтобы свести кавалера с ума». В этот раз рассказ пойдет о такой интересной теме, как секреты красоты. Начало 20 века – это расцвет косметологии и парфюмерии. На лекции вы узнаете, какие секреты красоты можно было найти на страницах популярных женских журналов, где в Самаре можно было купить духи и крем от веснушек и загара, и как ухаживали за собой самарские дамы. 22 апреля, начало в 16:00. В детской картинной галерее открылась выставка, также посвященная представительницам прекрасного пола. Муза, мама, авиатриса. Женщина на фоне времени. Посетители приглашают поразмышлять о разных женских ролях в истории и современном мире. В обществе в целом и в жизни каждого из нас. Выставка начинается с портретов, где женщина – источник вдохновения, объект изучения и любования. Вторая часть выставки – история женщин, круто изменивших мир и наше представление о том, где и как сможет реализоваться женщина. Третья часть выставки – самая камерная и посвящена родным лицам. В ней собраны детские работы последних 40 лет, портреты мам, бабушек и сестер. Экспозиция дополнена женскими инсталляциями из истории и современности, а также яркой фотозоной. Выставка будет открыта до 25 июня. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.